Один из главных моментов. Теперь в период подготовки к сессии руководители профильных комитетов будут рассказывать о работе, которая предшествует внесению конкретного вопроса в повестку. То есть объяснять, что именно готовятся рассмотреть депутаты и какие «за» и «против» существуют. Руководители городских средств массовой информации идею поддержали, согласившись, что дополнительная информация поможет всем сочинцам лучше ориентироваться в решениях, которые принимают депутаты уже на сессиях. В свою очередь предложили плотнее взаимодействовать с территориальными группами, которые есть в каждом районе. В 2016 году количество обращений граждан к депутатам увеличилось почти вдвое, а значит, люди должны вовремя получать конкретные ответы, в том числе в телеэфире и на страницах газет.